Вітаю в ефірі студія «Репортер». Я Віталій Хемій. Радий бачити в нашій студії депутата Одеської обласної ради Роман Шенек. Пан Романе, вітаю вас. Доброго дня. Дуже цікава сьогодні розмова у нас. Зараз ми живемо не тільки виборами, але у нас, як обіцяв наш президент, і після виборів так зване велике будівництво не завершиться. Але потрібно не тільки будувати, а і перебудовувати. Я пропоную поговорити нам на таку тему, як «Велика перебудова Одеси». На жаль, дуже багато в Одесі занедбаних місць. Вони багаті на свою історію, взагалі цікаві місця, але їх стан, ну, наприклад, Деволанівський узвіз, наша пересип славетна, колишні промислові зони, вони в такому стані, ну, що, ну, бразильські трущоби краще. Як перебудовувати і давати життя? Я знаю, що кілька днів тому у вас з однодумцями був цікавий такий мозковий штурм. Чи є нове життя у таких важливих місць історичних Одеси? Спасибо большое, Виталий. Действительно, очень интересная тема. Она такая, знаете, в это вот предвыборное время достаточно позитивная, потому что есть надежда и есть желание возродить вот историческую память нашего города, которая представлена абсолютно разнообразными памятниками архитектуры, которые строились разными людьми и имеют свою интересную историю. Вот мы вспомнили за Деволановский спуск. Действительно, мы собирались недавно за круглым столом с людьми, которые краеведы, которые знают историю, знают, для чего был построен военный спуск, для чего был построен Деволановский спуск, потому что был порт, и это были две главные дороги в город, по которым, скажем так, приходили и уходили деньги из нашего города. И на сегодняшний день мы живем в такое время, когда вроде как очень странно видеть Деволановский спуск в таком ужасном виде, где, ну, вроде центральная улица города, и потенциал сумасшедший, подъезды есть, мосты есть, и можно спускаться, и можно делать даже центральную туристическую улицу для города. Но почему-то все эти годы как-то, вот, знаете, как проблема, как какая-то опухоль на карте архитектурной Одессы, и никто этим не занимался. У меня лично вот есть такое личное желание, мечта, чтобы в следующие 5 лет Одесский городской совет совместно с бизнесом, с общественностью, с историками, краеведами могли восстановить и отреставрировать здание, отреставрировать сам спуск и найти общий язык с людьми, у которых там гаражи, с людьми, у которых там собственность, и как-то объединить усилия и превратить Деволановский спуск в визитную карточку города Одессы. Потому что, ну, у каждого города она есть. Да? Там, мы знаем Львов, это площадь рынок, туда съезжаются тысячи туристов, зарабатывают сумасшедшие деньги в бюджет, а Одесса как-то в этом плане, имея сумасшедший туристический потенциал, имея ворота Украины с моря, имея соседи, имея аэропорт, море, куда многие едут с учетом аннексии Крыма и так далее, соответственно, потенциал не развивается. То есть мы не стремимся к тому, чтобы зарабатывать на туризме. На самом деле, у нас же люди зарабатывают на торговле. У нас так история такая была. Привезли что-то, купили, перепродали, заработали, что-то сделали. Промышленность действительно была сильная, что-то сделали, продали обратно. И так вот, так работал рынок. И 70% вообще бюджета когда-то формировалось благодаря порту. Да? А сейчас порты, мы знаем, что они в государственной собственности, их пытаются там продать, как-то отдать концессию, еще что-то. И вроде как город не имеет прямого влияния на порты. Но в ту же очередь мир движется вперед. И если вы не можете зарабатывать на портовой деятельности, зарабатывайте на туристах, которые с удовольствием хотят приехать в Одессу и приезжают каждый божий год, снимают квартиры, ходят на море, ходят в наши рестораны, ночные клубы. И что самое приятное, начинают ходить по экскурсиям, потому что действительно придумали хорошие маршруты по старой Одессе, по Молдаванке, так еще есть там такая бандитская Одесса и так далее. В общем, у нас много из интересного. Но когда садишься в этот трамвайчик и начинаешь ехать по центру, смотришь на Приморский бульвар, какие заброшены в самом центре города, заброшенные просто разрушающиеся здания. Дом Гоголя, который тоже, ну, просто невозможно смотреть без слез. Дом Русова уже, благо, более-менее как-то его отреставрировали. И так далее, и так далее. То бишь,
Похвастаться, к сожалению, нечем. Вот единственная такая точка в городе – это оперный театр, который, слава богу, общими усилиями меценатов, одесситов и так далее привели в порядок и еще как-то держится. А все остальное как-то обходят стороной. И это мы только говорим за центр. А если чуть-чуть поехать в Приморский район, вот туда, Дворянское, Нежинское, вот в эту часть города, где тоже есть много интересных объектов, которые нуждаются в реставрации, так туда вообще никто даже не заглядывал. Я хожу, встречаюсь с людьми, они говорят, ну, мы даже своего депутата не знаем, за 5 лет не появился. И думаешь, ну, как бы, если нету такой коммуникации, то о чем говорить? Вот есть, например, на улице Новосельского очень красивый дом, он очень большой, с такой архитектурой невероятной. И люди со своими силами пытаются как-то покрасить, почухать, потому что городская власть, к сожалению, не уделяет никакого внимания. Поэтому вот мое видение, что если бы мы в следующие 5 лет уделили в том числе финансовое внимание реставрации и возрождению, скажем так, наших красивых домов, которые нуждаются в реставрации, мы бы очень сильно привлекли к этому юриста. Потому что вот кто даже по телевизору видел, там, как устроен центр Парижа, там даже вот эти, ну, не сам центр, вот в радиусе 20 километров, люди все время гуляют, люди все время смотрят на эту архитектуру, хотя в свое время это считалось вообще неудачным проектом, перестройка Парижа, и всем казалось, что это страшно, на это смотреть нельзя. Соответственно, в Одессе то же самое. Пора возрождать центр города, пора перекрывать улицы для того, чтобы они становились пешеходными, потому что у нас паркуют машины где угодно, как угодно, потом приезжают власть имущие эти машины эвакуаторами, убирают и так далее. И у нас есть определенный беспорядок, нету понимания, культуры нету. Но когда ты создаешь определенные рамки, определенные правила, люди их соблюдают. Соответственно, нам нужно уделить внимание именно вот развитию, возрождению исторических вообще ценностей нашего города. И тогда в наш город поедут тысячи туристов, которые будут хотеть видеть Одессу. Але ми ж говоримо не тільки про туристів, ми говоримо і про одеситів. Так, з центром більш-менш зрозуміло, але Одеса – це таке витягнуте місто. Є північ, є там Суворовський район, є багата історія екс-промислова, скажімо так. Да. Давайте, наприклад, візьмемо нашу там Пересип. Як перебудовувати її? Ми пам'ятаємо, як кілька років тому Одеса претендувала на проведення баскетбольної першості з Європи. Да. Дуже слушно. Була ідея побудувати неподалік від моря, неподалік від залізниці, щоб дати життя мікрорайону. Величезний спортивний майданчик. Я, до речі, вітав таку ідею. Але війна, бізнесмену, який, скажімо так, курирував цю ідею, не до цього стало. І зараз на місці, де могла бути корисна будівля, важлива інфраструктурна будівля, лише арматурний штирі. Я вважаю, що такій прибудові теж в майбутньому потрібно приділяти увагу. Ну, давайте говорить еще о том, что наш город в количественном там составе растет. Люди приезжают в Одессу, вокруг Одессы строится много недорогих квартир, и, скажем так, ближайшие районы, которые вот находятся вокруг Одессы, стараются приобрести себе здесь жилье, и город таким образом увеличивается. Соответственно, увеличиваются определенные потребности, и в том числе и на такие, как массовые, культурные, спортивные и так далее. У нас на сегодняшний день, 21 век, представьте себе, у нас нету ни одного достойного дворца спорта, в котором можно проводить не только спортивные мероприятия, соревнования, я уже молчу о том, чтобы к нам кто-то международные какие-то соревнования провести. У нас нету даже возможности где-то провести в безопасном месте какой-то концерт, да, какое-то собрание, там, я не знаю, какую-то большую пресс-конференцию, какой-то семинар или что-то подобное, что проводят в других странах, куда приезжают там какие-то известные личности, и туда собираются десятки тысяч людей, чтобы познакомиться, пообщаться и так далее. Поэтому спортивная инфраструктура крайне нуждается в обновлении. Вот этот вот проект, который нам рассказывали, возле аэропорта построят, ну, это что называется в украинской поговорке, что казалось,
сказав пан Кужугдас и слово его тепле, потому что мы надеялись на то, что, ну как мы, городские власти надеялись, что эти деньги придут в госбюджет. Ну, на самом деле нет. Городская власть должна для себя определить четкие объекты инфраструктуры, которые она построит, там, например, в этом году или в эту пятилетку. Да? Вот арена под Евробаскет, которая планировалась, она была крайне необходимой. Она была достаточно правильно спроектирована, потому что она не была ни большой, ни маленькой. Она подходила под компактные мероприятия и спортивного, и такого массово-культурного характера. Соответственно, вся Пересыпь, я считаю, это хорошая площадка для того, чтобы сделать там бизнес-центр Одессы. Потому что она недалеко от центра, потому что там хорошая транспортная развязка, и там очень много промышленных объектов, которые, к сожалению, уже не возродить. Но на месте этих промышленных объектов можно создать, скажем так, такой центр, где будет стекаться весь бизнес, офисы и так далее. И возле этих же центров можно спокойно развивать, скажем так, пространство для искусства. Мы видим, как в развитых странах бывшие заводы, даже иногда храмы, разные культурные объекты меняют назначение и проводят там сумасшедшие мероприятия, на которые стекаются люди с разных городов, с разных стран. Соответственно, Одесса на сегодняшний день, вот даже с учетом того, что у нас все застроено, что у нас уже все разворовано и так далее, имеет огромный потенциал даже для развития этого направления. Единственное, что нужно – просто чтобы за стол или в этот городской совет зашла команда, которая имеет хотя бы понимание и может четко себе выстроить план, что вот у нас есть бюджет, да, у нас сегодняшний день там 12 миллиардов гривен, каждый год бюджет растет, давайте мы спланируем и пообещаем одесситам, что в этом году у нас появится арена, в этом году у нас появится новый современный театр, в этом году у нас появится музей современного искусства и так далее, и так далее, а здесь мы облагодарим, возьмите что-то более масштабное. Привлекайте не только бюджетные деньги, привлекайте действительно, сотрудничайте с бизнесом, привлекайте государственный бюджет. Мы что-то забыли про фонд державного розвитку, который по праву нам принадлежит, потому что львиная доля наших налогов уходит в Киев. А как он там распределяется, мы с вами прекрасно знаем. Соответственно, нужна просто команда, которая не будет заниматься локально сквериками в Суворовском районе или где-то там к межквартальным проездам в Киевском районе, а которая будет видеть стратегию развития города в принципе, в целом, как единое. Не по принципу электоральной поддержки, да, потому что за него там хорошо голосуют, а по принципу вот я вижу, я хочу увидеть Одессу там, например, через 20 лет вот такой. И вот я иду по ступенькам, и даже если меня в следующий раз не выберут или будет другой мэр, он должен продолжать этот путь. Это то же самое, что в нашей стране. У нас нету национальной идеи, у нас нету идеи города, к которой мы идем, потому что поколения подрастают, наши родители, наши бабушки, дедушки помнят совершенно другое время, совершенно другую Одессу. И они хотят понять, куда же мы идем. А мы, молодежь, мы не понимаем вообще, что происходит. Мы знаем только одно, что бюджетные деньги просто разворовываются. Там своими подрядами, откатами и прочим, но мы не видим никакого развития. Залатываются дыры. Вот канатная Пироговская месяц делают одну трубу, город стал в пробках, и сколько денег действительно вложено, а сколько там своровано, это еще надо разобраться. Головне за рік побачити, щоб там знову не щось там не руйнували, не велися розкопки, тому що це вже така традиція, але ми теж, Роман, вже говорили з вами про це. Так, потрібно дійсно Одесі, ми лише дві такі глобальні теми розвитку перебудови, розвитку взагалі Одеси торкнулися. В Одесі, в майбутньому складі Одеської міської ради, ну, повинні бути ну, таке, ну, вибачте за простоту, одеське лобі. Тобто в Одесі, ми чекаємо завжди, що десь там народні депутати в Києві, вони щось допоможуть, але якщо в самої Одеси немає одеського лобі, да, то ми не рушимо далі. У нас, к сожалению, дійсно в Одеському городському совєті на сьогоднішній день є лобі своїх друзів, кумовей, там, я не знаю, тих людей, з которыми не зарабатывают деньги. А ви правильно отметили, у самої Одеси, у города, вот у этого города, в котором мы все живем, у них нету лоббистов. Хотя, по факту, это должно было быть
64 лоббиста, которые говорят: ребята, сначала зарабатываем, как помните, Жванецкий Михаил Михайлович говорит, воруйте с прибылей, но пошли по другому принципу, потому что так проще, просто воруем из того, что есть, из того, что люди приносят налогами. А на самом деле лоббизм должен быть, и он, понимаете, это развитие, оно не имеет какую-то конкретную сферу, каждое, оно все работает в комплексе, развивая социальную сферу, развивая там правоохранительную сферу безопасности, развивая медицину, культуру и так далее, оно в результате дает плоды, и ты видишь эти плоды и понимаешь, оно у тебя в бюджете цифрами выражается, сколько ты в этом году больше заработал или не заработал, ошибся или привлек, взял кредит или инвестировал и так далее. Город имеет сумасшедший потенциал, город не имеет лоббистов, не имеет хорошей команды, которая понимает, вот даже, да, все люди понимают, что город хаотично и безобразно застраивается. Соответственно, ну, это ж ничего не происходит без подписи мэра, без подписи главного архитектора, без подписи, без голосования депутатов. Почему так происходит? Да потому что вот они временщики, они пришли, они хотят урвать свое, а дальше там, я не знаю, они, наверное, думают, что они будут жить где-то в Вене, в другой стране и тратить деньги там. Проблема нашего общества, у одесситов, у политической элиты нету, ну, скажем так, стратегического видения, что они хотят жить в этой стране. И вот так вот формируются партии, хотя они вроде называются местными партиями, да, вроде как за Одессу, вроде доверяют там еще чему-то и так далее. А в результате ничего, просто фальшивка, лживые борды и прочее, прочее, нам рассказывают всякие сказки, а похвастаться нечем. Вот нечем похвастаться, потому что все, если брать конкретные случаи, да, там та же Аркадия, ну, я помню, я в детстве помню Аркадию настоящей. То, что сейчас там, это торговый центр, и я не хочу ее такой видеть. Ну, бог с ним, уже назад все не вернешь, да, может быть, пройдут годы, кто-то скажет снести, построить, вернуть обратно. Но как минимум то, что еще сейчас есть, ну, нельзя разрушать. Если бы вот была команда, которая не допускала бы строительство там в центре города выше 5 этажей, которая бы имела четкую принципиальную позицию хотя бы по главным вопросам. Я встречаюсь с людьми в Приморском районе, говорю: ну посмотрите, стоит 20 этажей, там 16 этажей, ну нельзя это строить, мы на катакомбах стоим, у нас они сваи бьют, а у нас стены валятся, понимаете? Соответственно, нету четкой принципиальной позиции, что вот этого делать нельзя никогда. Мы с вами перед эфиром говорили про количество бордов в Одессе, да? Ну, их просто все нужно уничтожить, срезать и забыть, потому что город превращают просто в какой-то рынок, такой безобразный, такой хаотичный, где нету никакого порядка. Там тебе борды, там тебе сетилайты, там тебе вывески, которые горят ярче светофоров. Все, что хочешь, только не для людей, которые действительно живут, и они уже так смотрят по кругу, обложились с той стороны, с той, позастраивали, уже и света в окнах не видно, потому что бардак. Соответственно, ну, мы с вами понимаем, в какое мы время говорим. Вот воскресенье, и вот люди должны подумать, знают ли они среди тех людей, с которыми, которые баллотируются, знают ли они людей, которые действительно хотят что-то, ну, как минимум стать лоббистами Одессы. Если знают, их надо поддерживать. Если нет, лучше отдать свой голос как-то, я не знаю, правильно подумать и выбрать человека достойного. Дякую, Романе. Як завжди, конструктивна, жорстка розмова, по-іншому не буває. Успіхів вам, вашим колегам. Дякую вам. Так. На благо Одесі і нашої рідної України. Залишайся на телеканалі «Репортер». З вами був Віталій Хемій. До наступних зустрічей в ефірі.